Привет, это Катя. Сегодня я вам покажу упражнение по многочисленным запросам. Ну, как я говорила, никакие мышцы я не оставлю без внимания. Эти упражнения на нижнюю мышцу живота. И, однако, хотела бы сказать, что если вы прорабатываете полностью прямую мышцу, то это будет обязательно прорабатывать вашу нижнюю часть, потому что это как бы одно целое, да, за исключением, если вы прорабатываете полностью верхнюю как бы прямую мышцу. И, но я вам покажу как бы отдельные такие упражнения, которые направлены на проработку этой вот именно нижней прямой мышцы. И если вы будете совмещать также, я буду совмещать эти упражнения с прямой мышцей обязательно, потому что как я считаю, что это очень эффективно работает. Итак, приступим. Перед этим вы хотите, естественно, сделать кардио, либо кардио и растянуться, да? Или можете что-то сделать, если вы хотите, чтобы ваша работа живота была эффективнее, начинайте с живота, да? Ну, точнее, кардио, живот, а потом, например, ноги. Итак, поехали. Принимаем исходное положение, руки за голову. Пяточки, ноги практически вместе, да, немножко, не, носочки, пяточки не вместе, немножко спите, чтобы было расстояние. Так, поехали, мы начинаем, сначала просто вам показываю, поднимаем ноги, пяточки вниз и пяточками касаемся пола, наверх и вниз. Когда поднимаем, выдыхаем. И теперь мы совмещаем это все с верхней. И считаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Двадцать раз нужно сделать. 16, 17, 19, 20. Молодцы. Остались здесь. Итак, внимание, вы здесь будете чувствовать и прямую мышцу, да, и вот ваши немножко вот эти вот мышцы глубокие очень под ребрами. Следующее упражнение то же самое практически, только когда вы опускаете ноги также на пяточки, вы немножко разводите колено. Наверх, вниз, наверх, вниз. Поехали, совмещаем с прямой. Двадцать. Остались здесь. Теперь я уже чувствую эту мышцу, конечно. Теперь также носочки наверх. Вы можете просто вот так вот выпрямить. И мы как бы приподнимаемся, делаем такие толчки наверх. Раз. Все знают это упражнение. Два. Три. Четыре. И совмещаем. Молодцы. Это очень эффективное упражнение. Такой последовательности я уже все это чувствую великолепно. Итак, следующее упражнение. Одно из последних, сильно вас загружать не буду. А здесь мы как бы немножко
делаем сгиб в локтевом суставе, в локтях. И все знают это, да, как его называют в России, это гармошка. Гармошка. И выполняем также с дыханием. Скручивание делаем вовнутрь и разгибаемся назад вовнутрь. Молодцы. Сделали 20. И последнее. Это мы выполняем с вами на и на косую мышцу, и на нижнюю, и на прямую. Очень хорошее упражнение. Поехали. Мы здесь соединяем правую ногу с левой рукой. Вот таким образом. Раз. Два. Семнадцать, девятнадцать, двадцать. Поехали в другую сторону. Молодцы. Я это повторю еще раз. Вы повторяйте так же, потому что у меня не будет времени 15 минут уложиться в два подхода. Я уже смотрю, потому что у меня 8 минут. То есть прибавляем еще 8. Это уже больше. А вы делаете еще один подход. Оставьте два подхода по 20 раз, все упражнения, которые я вам показала. Очень эффективные упражнения, выполняйте их 3 раза в неделю, совмещая как бы с другими комплексами, с другими нагрузками. Не забывайте про воду. И не забывайте про кардио и про растяжку. Еще раз я бы хотела напомнить, что я, по-моему, уже это говорила, про наши ленивые мышцы, да, нижняя мышца живота, она достаточно сложна в проработке, и над ней нужно немножко попотеть, да, но однако же, когда вы уже перейдете эту границу, когда эта мышца начнет как бы под вас прогибаться, а не вы под нее, то она будет очень мягкой, точнее не мягкой, она будет очень упругой, очень эластичной, она будет реагировать практически на каждое ваше действие, да, ну точнее на упражнение. То ли вы прорабатываете прямую мышцу, то ли косые мышцы, она у вас будет всегда задействована в любой как бы практически работе, даже в кардио. Так что вам иногда в фитнесе, ну не иногда, а практически всегда нужно пройти именно этот барьер, да, когда ваши мышцы сначала не поддаются, а потом все просто пойдет идеально, как по маслу. Так что оставайтесь со мной и будете всегда в форме. Все, всем спасибо, всех люблю, всех целую.